где находится душа. Или в сердце, или в мозгу, или еще в каком-то месте. Это не знает, по-моему, никто. Душа – это как что-то эфемерное. Но считает, что она есть. Но я к этому уже привык, что иногда приходят пациенты, которые остаются здесь на всю жизнь. Что я уже знаю при поступлении, что он здесь и останется. И он здесь будет жить до конца своих дней.